А я вас категорически приветствую. Сегодня мы поговорим об одной крайне интересной и важной теме для большинства игроков вселенной World of Warcraft Classic, а именно о ранговой системе и о том, как же она на самом деле работает. Для начала нам стоит обратить внимание на Honor, или другими словами, честь, которая является ключевой при получении рангов. Зарабатывая ее, вы будете получать место в рейтинговой таблице, и после пересчета в конце каждой недели она будет трансформироваться в очки ранга, или другими словами, РП. Но прежде чем перейти к этому вопросу, давайте обсудим способы получения чести. На классической версии игры присутствует несколько способов получения очков чести. В первую очередь это поля боя, такие как ущелье Песни Войны, Низина Арати и Алтерекская долина. В ходе выполнения определенных задач на них мы будем получать фиксированное количество чести. Например, за каждый захваченный флаг противника на ущелье Песни Войны на 60 уровне мы будем зарабатывать для команды 396 очков. Нельзя забывать и про понятие недельного поля боя, когда за аналогичные задачи мы будем получать удвоенное количество очков. Во-вторых, мы можем зарабатывать очки чести за убийство других игроков, и это правило распространяется как на поля боя, так и на открытый мир. Число очков чести зависит от уровня игроков и их ранга. При этом нельзя забывать, что за каждое повторное убийство противника мы будем получать на 10% чести меньше. Соответственно, после 10-го убийства мы не сможем получить за него очки в течение 24 часов. В-третьих, игроки могут выполнять различные внутриигровые задания, за которые можно получить в награду очки. К таковым можно отнести задания квартермейстеров из столиц на сдачу медалей за победу или поражение на поле боя, а также некоторые иные задания, возникающие в игре с выходом различных патчей. В-четвертых, игроки, имеющие крупную и сильную гильдию, могут посещать столицы противника и уничтожать лидеров фракций, а также второстепенных боссов. Простите, на него иногда находит, когда он слышит слово «босс». Продолжим. За их убийство они также будут получать начисление в виде 488 очков для каждого игрока в рейде и небольшую сумму золота для поддержания штанов. Теперь давайте поговорим о самой трансформации очков чести в очки ранга. Для того, чтобы получить ранг, вам потребуется убить 15 игроков на текущей неделе. Это является обязательным для того, чтобы система приняла вас в рейтинговую таблицу вашей фракции. Если, к примеру, вы будете посещать Алтерекскую долину и все время будете находиться в стартовой пещере, получая очки чести только за победу, и при этом не убьете нужное количество игроков ко дню пересчета, ранг начислен не будет. Однако при этом именно честь является ключевой при начислении ранга, и чем больше вы ее зарабатываете, тем выше ваш ранг. Звучит довольно просто, на самом деле все несколько сложнее. На ваш ранг также будет влиять общее количество участников рейтинговой таблицы на текущей неделе и непосредственно ее лидер, то есть человек, набравший наибольшее количество очков чести. Дело в том, что значение максимального количества очков ранга, которое вы можете получить за неделю, равняется 13 тысячам, и на каждый отдельный ранг требуется свое фиксированное значение. К примеру, для получения первого ранга будет достаточно совершить 15 убийств, приносящих честь, а вот для получения второго вам потребуется заработать 2000 очков ранга. Для третьего же это значение будет равняться 5000. При этом очки ранга не обнуляются по окончанию недели, в отличие от очков чести, а суммируются. Иными словами, взяв второй ранг и набрав 2000 очков ранга, на третий вам уже потребуется набрать дополнительно 3000. Более того, каждый ранг за неделю может взять только определенный процент игроков от общей суммы участников рейтинговой таблицы. К примеру, на этой неделе 250 игроков совершили более 15 почетных убийств, но только 214 из них могут претендовать на получение второго ранга, что обусловлено встроенным в игру коэффициентами распределения ранга и пересчетом очков чести в очки ранга, зависящего от первого игрока в ранговой таблице. И вот тут мы переходим к самой интересной части. Джонни целую неделю с утра до вечера пребывал на ущелье Песни Войны, и при этом всегда побеждал очень быстро, благодаря двум своим друзьям, Маркусу и Эрику. В конце недели он заработал 1 миллион очков чести и занял первое место в рейтинговой таблице, получив 13 тысяч очков ранга. Но Джонни и его друзья были очень хитрыми, и поэтому
поэтому они договорились. Маркус к концу недели заработал 999 999 очков чести, а Эрик 999 998 очков чести. В это же время менее успешный гном по имени Карл заработал всего 950 тысяч очков чести. И Маркус, и Эрик, и Карл были 13 ранга. Но первые два гнома получили по недельному коэффициенту 12 990 очков ранга и 12 980 очков соответственно, в то время как Карлу пришлось довольствоваться 12,5 тысячами очков. Какого хрена? Дело в том, что коэффициент для получения определенного ранга используется не только в пересчете количества мест, но и в разделении очков ранга между игроками внутри текущего ранга. К примеру, игроки 13 ранга при переходе на 14 могут претендовать на значение от 12 тысяч очков до 12 990, в зависимости от числа полученных очков чести и, соответственно, близости игрока к идеалу. Иными словами, игроку, занявшему первое место на этой неделе. И коэффициент, как и количество очков ранга, в первую очередь зависит от лидера рейтинговой таблицы, который фактически устанавливает правила игры, которые, тем не менее, все так же зависят от числа участников. Но и на этом все сложности ранговой системы не заканчиваются. Дело в том, что игроки по окончанию недели могут попасть в активную или неактивную рейтинговую таблицу. В первую попадают игроки, получившие за неделю 15 почетных побед и тем самым автоматически принявшие участие в гонке рангов. У таких игроков по окончанию недели будет снято 20% от общей суммы очков ранга, набранных за все время. Давайте я попробую объяснить на примере. Все тот же гном Карл находится на 13 ранге, и его текущее количество очков ранга соответствует 55 тысячам. Ему повезло, и он смог по истечению недели занять первое место в рейтинговой таблице и заработать 13 тысяч очков ранга. Он получит их в полном объеме, но предварительно потеряет от 55 тысяч 20%, что соответствует 44 тысячам. И уже к ним прибавится заработанное за неделю. В итоге он будет иметь 57 тысяч очков ранга. Но для того, чтобы достигнуть 14 ранга, ему предстоит повторить свой успех еще трижды. Теперь давайте вернемся к неактивной части игроков рейтинговой таблицы. Карлу не повезло, и ему пришлось пропустить одну неделю. Вследствие чего он попал в список неактивных. Такие игроки теряют еженедельно 10% от своего текущего количества ранга, но не более 2500 за неделю. То есть из 57 тысяч он потеряет не 5700, а только 2500, и его итоговое значение очков снизится до 54 500. Отдохнем немножечко. Небольшая историческая справка. Мало кто знает, но в ранней версии World of Warcraft присутствовало 14 отрицательных рангов для игроков, с получением которых осложнялась и игра за вашего персонажа. Так, чем ближе вы становились к максимальному отрицательному рангу, тем более негативно это сказывалось на взаимоотношениях с расами вашей фракции. Например, после получения 5-го отрицательного ранга вы теряли возможность использовать банк, а после 10-го все стражники столиц вашей фракции становились к вам враждебны. Кроме того, в клиенте игры присутствовал 15-й ранг под названием City Protector, который предназначался для игрока, занявшего первое место в рейтинговой таблице после патча 1.12.1. Он позволял создавать портал для группы или рейдов в столицу своей расы, а также давал уникальный титул. Например, к имени игрока Дворфа появлялась прибавка в виде Тана Айронфорджа, а для тролля Вуду Босс оф Сенджин. Возвращаемся к нашей теме разговора. Так сложилось, что в игре кроме очков чести присутствуют очки подлости или позора, в зависимости от перевода. Они начисляются игроку за убийство торговцев и других НПС противоположной фракции, не относящихся к стражникам и входящих в группу цивилиан. Начиная с 29 уровня, за одно такое убийство вы будете мгновенно терять от 10 до 100 очков ранга. Иными словами, не по окончанию недели, а сразу на месте. В связи с этим нападение на обычные города противника весьма трудоемки и кропотливы.
кропотливый процесс. Однако стоит заметить, что столиц это не касается. И теперь вы, наверное, будете в ужасе, если я скажу вам, что все, что вы услышали, касается World of Warcraft Classic до версии 1.12.1. Хотя на самом деле все не так плохо, так как в патче 1.12.1 изменилось только значение коэффициентов, что позволило большему числу игроков получать высокие ранги по истечению недели. Это же и объясняет возникновение в файлах игры ранга City Protector, который, по всей видимости, предусматривался для поощрения игроков, занявших первое место в рейтинговой таблице. И вот как раз на этом моменте нам следует заканчивать. Если видео вам понравилось и оно было для вас полезно, обязательно поставьте на него лайк и подпишитесь на канал. Это лучшая благодарность для меня и стимул к скорейшему выпуску следующего ролика. А на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи!